О! Ребят, всем привет! Сегодня будет необычная токарная работа. Передо мной стоит специфическая задача. Для текущего моего проекта нужно выточить отражатель из дюралюминия вот подобных размеров, параболической формы. Сегодня в дело опять пойдет мой копировальный столик. Сейчас вам покажу инструмент, которым будет производиться копирование. На базе державки от расточного резца сделал самодельный резец под круглую твердосплавную пластинку. Диаметр этой пластинки ровно 10 мм. А вот сам копир, он сделан тоже на базе старого расточного резца. И для копирования на конце установлен подшипник диаметром также 10 мм. Самодельный расточной резец устанавливаю уже с заданным вылетом, и его положение менять уже не буду, потому что это величина, на которую будет производиться максимальная глубина обработки. А сам копир устанавливается в пазы, зажимается, ну а на столик будет установлен шаблон. А вот и сам шаблон, я его разработал в программе Fusion 360. Здесь очень точная парабола, удален сегмент. Для сверла здесь будет сверлиться 10 мм, а по этой части я буду выставляться, это внутренний диаметр отражателя. Короче, не знаю, ребят, что получится в конце, надеюсь, более-менее точно и будет хоть как-то работать. Это эксперимент. Вот так примерно будет установлен шаблон, пока крепить его не буду. Изначально мне нужно подготовить заготовку и нарезать на ней очень мелкую резьбу. Корпус для линзы я уже изготовил, вы увидите ее в следующем видео. Видите, резьба очень мелкая, 0,5 мм. Короче, делаю ответную. Чтобы такая мелкая резьба с шагом 0,5 мм получилась как можно качественнее, буду резать на очень высоких оборотах, 1250 оборотов в минуту. По моему опыту, получается мелкая резьба так гораздо лучше. Плюс буду использовать сож. Хорошо получается, ничего не налипает. Сделаю за три прохода. Первое заглубление было 0,2, сейчас 0,3 заглубляюсь, и последний чистовой будет также 0,3. И финишный проход. Отлично. И получается вот такая красивая резьба. Проверю, правильно ли я все рассчитал. Да, ребят, все великолепно. Отлично. Растачиваем. Ребят, выставил и закрепил я шаблон. И все я контролирую, проверяю, чтобы все было четко
Параллельно оси вращения выставлено, проверяю угольниками. Ну, все отлично получилось. Теперь можно выставлять копир. На заготовке резцом я уже коснулся внутреннего диаметра. Теперь копиром слегка касаюсь шаблона и фиксирую его. Все подготовительные работы сделаны, ну и можно приступать. Так, ребят, пока вот что предварительно получается. Очень трудно показать, нужно вытаскивать, чтобы повертеть в руках. Так не очень понятно, но вроде неплохо получается. Сейчас буду чистовые проходы делать. Надеюсь, вам видно, здесь у меня зазор в пару десяток. Я специально его оставлял, чтобы сначала снять все очень грубо. А здесь копир касается. Теперь я его отпускаю. Все, он ходит свободно. Двигаю резец, чтобы он коснулся стенки. Все. И еще раз фиксирую. Теперь чистовой проход. Ну что, ребят, получается достойно. И сейчас буду шлифовать все это дело. Сейчас нарежу здесь резьбу для состыковки с батарейкой.
чтобы обработать с другой стороны, по-быстрому выточил оправку и нарезал ответную резьбу. Итак, ребят, приглашаю вас посмотреть, что же получилось. Ну, по-моему, это успех. Не знаю, насколько точно, но метод очень действенный. Мне очень понравился. Вполне можно пользоваться напечатанными шаблонами и даже более сложные формы делать. Линза отлично накручивается. Здесь такая мелкая резьба, чтобы выполнить тонкую подстройку фокусного расстояния потом. Отлично. Думаю, ребят, что уже ни для кого не секрет, что текущий мой проект — это фонарик. Достаточно мощный фонарик. Приоткрою вам немного завесу и покажу будущий светодиод. Рассказывать про него не буду, какие характеристики, увидите в следующем видео. Небольшая интрига пусть будет. И чтобы заинтересовать вас еще сильнее, подкину батареечку, покажу вам, как светит. О! Хорошо! Ну, в общем, как-то так, ребят. Всем пока. Скоро увидимся. Это что-то с чем-то.